Всем привет, с вами Сад и Огород Круглый Год. Ну что ж, помидоры в этом году удались на славу. Что мы только с ними не делаем. Но даже когда они не удаются, этот рецепт аджики я тоже делаю всегда. Итак, у меня сегодня аджика. Аджика, которая, вот, посмотрите, легко мажется на хлеб, хотя она вот сейчас немножко горяченькая, выстанет, и очень-очень вкусная. В моей семье ее очень любят, и действительно она идет на ура. И на хлебчик намазать, и к макарончикам подать, и к картошечке. В общем, берем ручку и записываем рецепт. По моему рецепту для аджики мы берем томаты 5 килограмм, перец красный, желательно красный, с зеленым получается совершенно не таким, килограмм морковки и килограмм яблок, ну а также 250 грамм чеснока. Это овощи, которые входят в состав нашей аджики. Помидоры, конечно, лучше брать мясистые, но у меня всякие. Вот тут у меня черри очень много, они, правда, очень сочные, но лучше брать мясистые. Что касается яблок, то яблоки тоже брать кислых сортов. Но когда я покупала все это, то я подбирала. А теперь, когда у меня на даче вот какие есть, такие беру. Яблочки беру любые. Перец красный. Но что я хочу сказать? Вот брать лучше всего перец такой, немножко привявший. То есть, как бы меньше жидкости в нем. Он вкуснее получается, а у меня еще сорт корна, вот такой вот, кто смотрит видео, знает. Он тонкостенный, ну, в общем, для аджики он классно очень подходит. Да, и две еще горькие перчицы, два горьких перца. Ну, теперь что я делаю? Все перекручиваю через мясорубку. Я все пропустила через мясорубку, вот такая вот у меня кашица получилась, все, кроме чеснока. Чеснок я буду добавлять за минут 20 до конца приготовления. А сейчас я добавлю 2 столовые ложки соли и стакан сахара, а также пол-литровую баночку масла. Уксус, так же как и чеснок, добавляю уже в конце, за минут 15-20. А вариться у нас будет все вместе 3 часа. Итак, я ставлю на огонь и варю все вместе 3 часа. Аджика у нас уже варится 2 часа. Вот такая вот она. Видите, масло постоянно как бы вверху находится. Но периодически я перемешиваю. Обязательно, чтобы не приставало. Но еще меньше половины будем варить. Осталось 15 минут до того, как я заканчиваю варить. Теперь я добавляю чеснок, через чеснокодавку пропустила, и уксус. Ну и тем временем стерилизую банку. Ну вот, аджика моя и готова. Я уже разлила по баночкам, и у меня получилось, как видите, 12 баночек. И плюс осталось немножко поесть детям на радость. Ну что ж, аджика вкусная. Действительно, очень хорошо намазывать на хлеб. Мои детки мажут их, и всем очень нравится. Ну, а вам осталось только приготовить. С вами была Наталья.